Мне стыдно за вас. Мне стыдно за вас. Мне стыдно за вас. Про ваши 8 лет. Кто поддерживал сепаратистов? Кто? Кто вам не давал говорить по-русски? Кто? Кто вам не давал говорить по-русски? Скажите мне, пожалуйста. Неужели это оправдание бомбежки Мариуполя? Вы уничтожили целые города. Это русский мир. Вы спасли русских. Вам показать кадры разрушения Мариуполя? Вам показать, что вы натворили с этими городами? Да? Вам показать количество жертв? Статистика ООН. Жертв с 14 года снижалась. А потом Путин вторгся в Украину. Сейчас каждый день умирает больше, чем раньше за год. За 15-й год, за 16-й, за 17-й, за 18-й. Меньше людей умирало. Понимаете? Это ужасно. Гражданские жертвы – это ужасно. Любые, даже одна жертва – это ужасно. Но вы отвратительны. Вы мне отвратительны, понимаете? Вы мне отвратительны. Вы говорите, что уничтожать Украину – это нормально? Да? Кто? Какие русские? Кто русский? Кто русский? Я из Москвы, слушайте. Я из Москвы. Вам показать паспорт? Отлично. Я против убийств людей. Я против разрушений. Я против уничтожения Украины. Извините. 8 лет, да. Почему вы молчали? Вам количество жертв показать? Не надо. Вам количество жертв. Вы не ответьте на вопрос. 8 лет. Потому что сепаратистов поддерживали Кремлев. И то, если бы Кремль не поддержал сепаратистов, не было бы сепаратистского движения вообще. Вообще, совсем. Как это можно не поддерживать? Сколько вам заплатили денег? Сколько вам рублей заплатили? Сколько вам рублей заплатили? Где здесь журналисты ТАСС? Где? 50 лет. А какого, извините, вы черта? Да, вы смотрите российскую пропаганду тогда. И все. Это не российская пропаганда. Вы откуда вообще? А вы что, американскую пропаганду? С Оренбурга. Простите, а какой вы вообще, откуда вы знаете, что там происходило 8 лет? А ты из Москвы, а ты откуда знаешь? Откуда вы знаете? А ты откуда знаешь? Кто? Смотрите, вам... Нет, смотрите, вам не давали возможность говорить по-русски. Вы жили в Оренбурге. Кто вам в Оренбурге не давал по-русски говорить? Слушайте. Нет. Кто? Русским как? На Донбассе. Как? Нет, так. На вашей земле. На какой? На моей земле. На московской. Я из Москвы. Чем ты хвастаешься? Ты урод. Нет. Урод. Нет, я человек. Ты урод. Я человек. Как я Галкин, выступаю Шмалкин и все замечательный, остальные. Галкин достойный как человек, и Галкин достойный человек, и Пугачёва достойный, достойный человек. Это достойные люди, да. Я, кстати, от них даже этого не ожидал. Знаете, достойные люди, да. Достойные. Они защищают нам достойные. Свое они, богатство, они свои защищают деньги, людей. Свои дома. Они убежали от того, что они боялись потерять то, что у них есть. Не говори за правила. Ты урод. Тези провокаторы. Так мы снова поехали, если там так хорошо. А почему вы из Оренбурга, кстати, уехали, мне интересно? Потому что я не могу в России безопасно жить. Да. Потому что Карамурзу посадили на 25 лет за слова. Да. Алексея Горинова посадили на 7 лет. На 7 лет посадили за его антивоенную позицию. Нормально? Всего доброго. Слава Украине! Слава Украине!